Добрый день, мы раздаем Евангелие бесплатно. Возьмите. Да иди ты к черту. Евангелие бесплатно. Спасибо, не надо. Добрый день, у нас команда Евангелия раздаем бесплатно. Евангелие Иоанна бесплатно раздаем. Добрый день, Евангелие Иоанна тоже бесплатно раздаем. Нет, спасибо. Я еще умирать не хочу. Мы все равно рано или поздно умрем. Где мы дальше-то окажемся? Если будем жить так. Успеем еще. Я только квартиру купила, еще не жила. Надо жить, по Евангелию, надо жить по Евангелию, вот туда иди. Чтобы в рай попасть. Иди еще с ментофузом. Менты тоже умрут. Давай, иди. Тоже нужно слово благое сдать. Вызывайте. Что Евангелие бесплатно раздаем? Возьмите, читайте. Евангелие бесплатно раздаем. Нормально, Евангелие бесплатно раздаем. Добрый день! Мы бесплатно Евангелие карманное раздаем. Вот на дороге читаем. Добрый день! Евангелие бесплатно раздаем. Кому нужно Евангелие бесплатно? Карманное Евангелие бесплатно. Возьмите, читайте. Да, наш православный еврейский сайт интернет-провод. Евангелие бесплатно, он будет читать. Бесплатно Евангелие, он будет читать. Евангелие бесплатно. Бесплатно Евангелие Коана раздает. Евангелие Коана бесплатно раздает.
вообще. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Бесплатный Евангелие от Иоанна. Ты обложкой кверху переверни. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Спасибо. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. 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 Визитки. Нам, Нестор, визитки еще не забывай. А, хорошо. Они здесь? Сейчас вот будут люди выходить. Хорошо. Иди предлагай. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. 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 Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Слава Божию. Женщина уже читает, уже видите. Бесплатная Библия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Бесплатная Евангелие от Иоанна. Бесплатная Евангелие от Иоанна. Берите, читайте. Засловный библейский сайт. А почему папа называет? Бесплатный Евангелие от Иоанна. Берите, читайте. Основной библейский сайт. Бесплатное Евангелие от Иоанна. Бесплатное Евангелие от Иоанна. Берите, читайте. Основной библейский сайт. Бесплатное Евангелие от Иоанна. Берите, читайте. Православный библейский сайт. Thank you.
Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Ладно, очень красивая, я ее маленькую раз сама так поставила. Ладно, Евангелие, да, берите, читайте. Ладно, Евангелие, да, берите, читайте. Ладно, Евангелие, да, берите, читайте. Судите, пожалуйста, берите, читайте. Да не надо. Слава Боже. Вон и еще. Бесплатный Евангелие от Иоанна, берите, читайте. Он столько много знал. Я вот сейчас его читаю. А пока не читаю, она была. Евангелие вы читаете? Читаете, читаете. Получается как? Он это Евангелие рассказывает, толкует. Толкование. Вот его объясняет. А теперь что он сказал? Раньше считалось невозможным. Толкование Иоанна Богослова на апокалипсис невозможно. То есть сейчас людям, которые желают, если что-то знают, они могут его читать, им нужно его читать. Почему нужно? Почему раньше тайна была? Почему? Время коротко. Время коротко. Если я 25 лет изучала, а вы начнете сейчас это изучать. Просто... Вам нужно, пойдете. Я просто, простите, я, конечно, я почему-то у меня было такое представление, что вот толкование, как евреи, что это все протестантские вещи, может быть, католические, но и больше протестантские, что православие это практикуется. Православие было закрыто, много лет было закрыто православие, даже Евангелие читали только на славяне, а сейчас на русском. Покупайте сколько хотите, покупайте на русском, ну и там и толкование, и все, вы все там найдете. Это просто мини какой-то, вот мы поехали, это мы уже взяли такой, чтобы вам пользоваться. Людмила. А вас Наталья. Я за вас буду молиться, но вам надо ходить на изучение Слова Божьего. Постарайтесь себе или в интернет выходить. Вот я же вам подала вот это. Да, я все написала. Вот здесь есть все. Вот у нас ведет занятие по изучению Слова Божьего. Мы сейчас из храма-то пришли после службы, после занятий. А ходим, даем, чтобы они заходили в сайт, вы можете быть на занятиях, что непонятно, будут объяснять. Вот внизу скайп, если есть такая программа в интернете, скайп. Будете общаться. Ой, бегите, извините, пожалуйста. Все, на вот еще, мистер, бери там Евангелие. Евангелие все, да. И все, там еще остались, все. Там визитки остались. Нет, визитки я себе заберу, мне надо тоже. Я, может, тоже своим друзьям поблагодарю. Он
зачем людей снимаете? У нас сегодня сестра приехала за Завьялову. Сейчас вместе с нами помогает Евангелие раздавать. Камеру выключи, говорю. Я вас не снимаю. Вас не снимаю. Поворачивайся в мою сторону. Я не поворачиваюсь. Я не поворачиваюсь. Вы что, это слово Божие? А вот там вот под крышкой, где вот ребята вот с Евангелием сидят, вон видишь, тоже я читаю. И вот этот мужчина, вот который сидит, он так говорит, берега печку растапливать. Тут ногу на ногу. Да. Он у меня бесплатно взял. Ну-ка я сейчас пойду. Пошли, пошли разбираться. Да нет, не надо. Зачем ты? Какой разбираться? Гули. Пойдем, Сергей, пойдем. Проходите, не надо, не ходи, Майк. Пойдем. У вас своя вера, у него своя вера. Зачем вы тут пристаете? Ну так вы же останьтесь при своем мнении, вы что, старика воспитываете? Вы свою веру распространяйте там, где вы веруете. Я за него не заступаюсь, каждый при своем мнении. Мужчина, пройдите отсюда, прекратите снимать. Я сейчас вызову милицию. Это невозможно, это бесновато. Я сейчас милицию вызову. А что вам милиция сделала? Брат, пойдем, не надо. В церковь зайдите. В церковь сейчас приходите.